Всем привет, с вами я, Женя Сычинка. Сегодняшнее видео мы с вами откроем кейс L-In на NectarP на сервачке братском. В принципе, да. Поддержите данную серию лайкосиком, подписочкой, напишите какой-нибудь комментарий. Приятного просмотра, заходите в мой телеграм-канал, ревка в описании. Погнали! В принципе, все, я зашел в игру, и давайте я сначала заберу подарочные кейсы, которые, в принципе, особо мне ничего не дают. Да, вот, выбрал какая-то фигня. Также откроем сейчас быстренько последняя какая-то возможность. Это у нас акции на кейсы, получается, оружие. Давайте быстренько также откроем вот эти. И чтобы нам прям ничего не мешало, также откроем колесо фортуны. Быстренько также покруточка. 2250 и 1680 опыта. В принципе, у меня уже будет совсем скоро 25 левел. И теперь, ну нам надо сначала через акции, давайте еще карту удачи откроем, чтобы я просто уже был полностью уверен, что кейс, вот этот L-In, собственно, вот он там хранится, что такое золотое колесо. Купить билет я не буду, так как куплю на смену ника. Доставку подарков также еще пока никто не оформил. Вот, в принципе, все, давайте открывать календарь подарков. Вот, кейс L-In, мы его забираем и заходим во вкладочку кейсы. Стоит у нас 800 рублей, но мне дали его абсолютно бесплатным. В принципе, вот такие вот у нас здесь машинки. Тут все машины, которые есть просто на проекте. От Оки, вот такой вот. И до Bugatti Mistral. Ну, в принципе, я не знаю, что я даже хочу. Я, наверное, хочу какую-нибудь... Очень сложно что-то хотеть, потому что, ну, в принципе, это на гелик. А если вот либо Panamera какой-нибудь, либо гелик там, да. Возможно, такой картинг прикольный. Ну, в принципе, все, давайте. Прокруточка. И открываем наш кейс. Я закрою глаза. Ну, я буду слушать по звукам, что мне выпадает. Мне кажется, выпадет, типа, обычная награда. Да, выпало что-то обычное, но все, открываю глаза. Раз, два, три. И выпал Volkswagen Golf 1.6. Бронирование кузова. А, ну это, кстати, прикольно. Давайте даже я сейчас заценю. О, отлично, еще достижения дали. Давайте Golf и Skyline. Все, теперь заходим в игру и смотрим наш гольфик, где он стоит 3000, что вот такой вот гольф, выглядит прикольно. Кстати, у Максимки Ватковского такой был, кто, да, кто зачитает. В принципе, вот так вот он выглядит, не драфтит. Звук, как у обычной машины, то есть не та, которая газует. Давайте посмотрим ее минку, за сколько я могу ее продать. Доска объявлений, транспорт. А нет, личный кабинет. Ё-моё, вы вот. Транспорт, вот какая-то тачка. Оп. Чё? Чё? Чё на встрече стоит? Ой. Окей, так, давайте посмотрим. В принципе, цены на тюнинг у этой тачки. Так, сколько тут кейс стоит? Не хватит на него бабок? Но все равно, ну 95 тысяч, а это вообще средний класс или какой-то класс? Давайте посмотрим ПТС у этой тачки. Вроде, блядь, видишь, какой ему нахуй РП отыгрывать, не понимаю. 100, лям 700, ну неплохо. Он даже не отыграл. В принципе, на этом все. Вот такое получилось открытие. Пишите, что вам выпало с этого кейса, если вы его успели забрать. Всем спасибо за просмотр. Увидимся и всем пока-пока.